Только что ходили в Магнит купить хлеба, яиц, ну и прочей еды, и встретили там вот это вино. Ну, не только что, 2 часа назад, оно уже успело остыть в холодильничке и покрыться, как это называется? Вспотело, короче. Потное стало. Кубань вино. Шато Тамань. Росе. 2020. Росе сек, то бишь сухое росе. Вино с защищенным географическим указанием Кубань, Таманский полуостров, сухое розовое. Роза Тамани, Шато Тамань. Состав. Вино из винограда сортов Цвайгель, Таманский и Каберне Савиньон. Пищевая добавка, консервант, антикислитель, диоксид серы. Итак, розе из 2 красных сортов. Цвайгельта и Каберне Савиньона. При этом Цвайгельт местный, то есть местной селекции Цвайгельт Таманский. Звучит очень забавно. Дизайн. Мне нравится, ну прям красиво. Розовая крышечка. О, я нашла на сайте Шато Тамань, Роза Тамани. И это Флёр де Сют розовая. Состав Саперави и Траминер. То есть это не оно. Это не оно. Да, оно есть, Роза Тамани. Тут 2 красных. Розлив свежайший 310521. Спирт 11,5. Произведено в России, кстати, написано. Удивительно. Внезапно. Короче, что-то легенькое, розовенькое для лета. Да. С пальмами. С пальмами. Розовая такая тема, да, вот Майами какое-то, Вайс-Сити. Угу. Открываем? Давай. Хорош. Мы не так давно пробовали Шато Тамань Розе из Каберне Савиньона, полосатика. И это было очень неплохо. Но тут есть Цвайгель. Что нам дает Цвайгель? Цвет бледный-бледный. Красота. Лососька. Лососька-лососька. Газации нет. Аромат. О-о-о. Хм. Сладенько. Землянично. У него розовый аромат. Очень розовый. Роза, земляника и... Есть тут аромат такой, знаешь... Вот не знаю, животные, не животные, но вот мы когда сказали, что бутылка потная, и я ради шутки ее понюхал, а вот есть тут аромат какой-то такой? Немножко, да. Немножко так под мышкой отдает, интересно. Но при этом роза, земляника, что-то цветочное и... Да, какие-то белые цветочки. Белые душные цветочки. При колыхании земляника прям вылазит хорошо так. И вот эта потная нотка интересная такая. Фруктовое что-то пытаюсь найти. Кроме земляники? Да, по-моему, крыжовник переспелый. Какие-то фрукты. Персик, крыжовник. Какая-то фруктовая россыпь. Давайте пробовать. Очень легкая. Пьется легко-легко. Яркая кислотность. Очень свежая. Земляничный вкус, переходящий в земляничное послевкусие. Хм. Пьется просто залпом. Просто вот так бульк. Есть цитрусы. Есть цедровая горчинка, что-то от грейпфрута. Есть земляника. И есть смородиново-крыжовниковая тема. И в послевкусии мы получаем землянику с чем-то... конфетно-сладким, что-то вроде молочной ириски. Слушай, вот это прикольная штука. Мне очень нравится. Угу. Легкое, бодрящее вино. Реально прилив бодрости. Да, прямо хочется пойти по городу ночному гулять. Да. Сразу. Пошли. Так, последний бокал. Это то, что надо летом. Это оно. И это просто супер. Земляника. Крыжовник. Цитрусы. Персик. В сливочной обертке. Как на конфетах написано, да? В сливочном корпусе. Во. Оно. Замечательно. Вкус. Яркая кислотность. Высокая сладость. Питкость неимоверная. Довольно низкий алкоголь. Просто супер.
с подогревом оно совершенно не ухудшилось. Угу. С подогревом, я бы сказал, оно улучшилось. Да. Отлично вообще.